Добрый день, дорогие друзья! А перед началом видео по нашей замечательной игре хотел бы посоветовать вам сервер Rima Survival. Ведь это именно тот сервер, на котором я играю. И если хотите поиграть со мной или попасть в видео, ищите меня на Rima Survival. Ссылка на Discord сервера в описании. Либо еще как вариант, где гиги бежали туда на. Ну, кто-то сказал, что на северной есть люди, и они такие, о, побежали. Скорее всего, может просто третья гига там уже. А там это небольшое стадо. Или, может быть, они убегали от двух проектов уловых. Хотя бы. Я не понимаю. Ну я на горе треков уйду. Или сдох там. Да. Ты нужно там выйти. Блин, этот архипелаг такой красивый, такая, блядь, беспонтовая территория, хуй поймёт, зачем она сделана. Да, могла бы быть такое интересное место. Ну да, мне кажется, там классно было. А на звуке туда можно переплыть? Тут, там на ютках можно перейти его весь полностью пробежать. Да, наверное, запрыгивать куда-то можно. Там типа... Ой. Там плавать много надо. И прыгать. То есть ты получается юткой, ну, не умираешь, ты падаешь, короче, в воду, ломаешь ногу, и ну и доплываешь нормально быстро. С ухой, скорее всего, ты сдохнешь просто такой высоты падать там. На дилке, наверное, можно пробежаться еще. Но, скорее всего, нет. Там типа юткой ты выживаешь за счет прыжка ебучего этого. То есть ты знаешь, что ты там один хуй сломаешься, и ты просто бежишь с обрыва. Огромный обрыв, там, ну не знаю, метров 5, да, в обрыв. Ты с него еще прыгаешь вверх, и очень большое расстояние пролетаешь над водой. И то есть ты в конце уже ломаешь ногу. То есть ты приземляешься, ломаешь ногу, и тебе там ерунду остается, там метров 10 проплыть. А так бы тебе там пилить нормально было бы. Дилка, мне кажется, не потянет. Хотя дилка не ломает ногу так сильно. Рэк адулт. А где? Гига адулт. Вон черный. Вон куда я смотрел. Вот туда, вон. Я понял. Вижу. Адмирал, пойдем. Пойдем. Да, две? Да, две. Да, вижу, там кто-то второй идет. Блин, ходи. Жалко. Две это до хрена. Ну по одному не ходят. Саться. Я вон на Рексике сегодня до хрена гулял Солянова, бегался, развлекался. Нашел. А, кстати, я сегодня двигу гиг соло нашел на Рексе. Ну, это редкость. Ну да. И они обе поверили дохуя в себя. Я только помню, один раз на меня гига в лоб побежала, и она не сломалась еще, и поэтому убила меня. О, нифига. Да, я такой бегу, да и укус она не ломается, она сразу разворачивается, я пока еще развернусь, блядь, она уже у меня в жопе.
Ну да, не, если ты гигу не ломаешь, она шаристая и врубается, что типа вот надо делать, она понимает, что она не сломана, то да, там типа мы играли с девчонкой одной, короче, она на Асуре играет все время, я там играли с ней, я был на Рексе, она на гиге, и мы встречаем Рекса, короче, она просто в лоб летит ему, он ее не ломает, и она просто изично в жопу заходит и убивает. Ну да. Просто вот легко. Супер легко так. Ну это только один раз у меня было такое, потому что обычно гиги просто убегают. Ага. Ну опять же, это типа шанс, что не сломает. Если сломает, то там все помянет. Да если еще одно оправдание, это был админ. Так что ему вообще похуй. А, ему, ну ему похер, да. Значит, а, я вылечу калитку. Сдохну, ты хер с ним. Зато красиво. Это было уже давно, и этого админа уже нет. Блин, жрать так-то хочется. Надо будет в конце здесь на озере будет ботов половить. И выйти. А то потом в следующий раз зайдешь, блядь, а тут 10 тысяч миллионов человек. И за нами идут, кстати говоря. Гиги идут? Да, я увидел хор коричневый. А, вон, вижу, да, идет. А, из инферно чел. О, пролагало. Может, бот ретнул. Да, велика собака сутула. Проверка, блядь. Да, одна пишет сюда. Пишет по склону прям вообще на пол станина забит. Ну хуй знает, у нас много шансов убить двух. Двух мы не убьем, да. Одну можно. Одну убивать. Ну одна бит. Ну там вторая еще. Черная. Да, вон они идут. На спринте. Ползет, смотри. А где вторая, что-то не видно. Вот вторую я тоже не видел. Я видел, что это побежало на полстамина вверх. Ну это те же. Когда мы их видели, я говорю, одна коричневая была. Да, да, да. Вот. И вторая где-то, наверное, тоже идет, я думаю. Ну это одна коричневая, вон она бежит. Блин, несется, блядь. Ну если она одна, то можно и напасть. Но я не думаю, то, что она одна. Ну да. Главное, стамина не тратить сильно, чтобы съебаться, если что, от второй. Первая бежит уже рядом. Угу. Ну чё, здесь где-то на полянке был. Боится потерять нас. Вон она, бежит. А, стоп, её Рекс атаковал. Лол, Рекс, смотри. Откуда? Это кто? Как мы мимо него прошли? Просто, значит, замежует, кстати, мой из-за превышения могут вообще... Так в смысле, мы ёбнем Рекса? Погоди, я делаю скрин. Да не, у меня видео, запись же идет, так что типа нормально все. А он их ёбнул двоих? Одну. Там два Рекса.
Там два Рекса, блядь! Можем, кстати, напасть. А, он на спринте. Уходи, уходи, беги, 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 на спринте же. Мы можем ту гигу найти. Кстати, у одного Рекса три капли. Да, блин, блин. Да, давайте просто поднимать его и все. Пожрем хотя бы. Я сейчас кустов выбегу, он меня не увидит меня. Где второй? А, вон вижу. Второго вообще не вижу. Хорош. Пусти. Вай-вай-вай, гига вторая, я ебу. Чуть не попался, бля. На сбой на самом деле. А может, а вторая гига у них был больше, там вот гига вторая. Не пусти. Встает. О, поломанный! Его Рекс укусил. Бля, ну все, ему пизда. Это хорошо, это очень хорошо. А может еще и этого добьем потом, когда он один останется? Да, 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 конечно добьем. И можно еще и Дигу потом погрызть. Че она там пишет? Жги бублик. А, это шутка. Кто это? Уходи. Хорош. Нормально. Енот. Ай, да ты я. Ты чё, ты где не видел его? Я этого не увидел вообще. Жесть. Да у меня есть, я говорю, как только ночью я вижу перед собой 3 метра и все, блин. А чё, у тебя гамма не работает? Ты на ультрах играешь, что ли? Да у меня этот, как его звать? Родионовская карточка вообще не дает выкручивать ничего. А-а-а, я понял. Такая шляпа, и начинаешь выкручивать, она максимум там 3 метра тебе подкручивает. Я скажу, если ляжет. Пока следим просто вдвоем. Я вижу. Все, отлично. Ну, ну слушай, черный очень красный. Давай, давай, счастливо, спокойной ночи. Очень красный черт. Он вытечет. Ждем просто. У них по 3 капли. Ну, у одного точно 3 капли, а ты 100%. Второй там, по-моему, в третьем экране. Черному прям херово, реально. Он такой весь краснючий. Блин, ну ты, а, этот, конечно, побежал просто там. Рекс ему просто на перерез, 2 шага от Рекса бежит. Ну, я просто спринт-то не отпускал, чтобы, если что, убежать. Шифт зажатый был. А вот нехуй Рекса отбирать нашу добычу. Это наша гига была. Собаки сутулые, блядь. Теперь вы и наша добыча. А на самом деле, если мне вот на ту сторону встать, то они будут оба спиной ко мне повернуть. Да не, надо подождать чуть-чуть, пусть откисают. Один откиснет, вообще легко будет. А вот эти эффекты воды нельзя с экрана убрать как-то? Нет, наверное.
настройках. Хотя просто. Может и можно, но я не знаю как. Если даже это можно. О, он на спринте, аккуратно. Второй, у него починилась лага. Надо, чтобы один лег обязательно. Вроде они оба на спринте сидят. Да-да-да, они оба на спринте. Надо, чтобы один лег, и мы накусаем его еще. Хуя-то там далеко пошел куда-то. Я хочу выйти. А, да не влетай, не влетай. Пусть вытечет один. Подождать тут 10 минуточек. Чё-то нихуя не вижу. Чё-то ты ещё хуже стоять, и ничего не вижу. А я отсюда влетал в этих рексов, блин. Из ёлок этих, из берёзок. Да, там плохо видно. Ты далеко их... пошел. Да, я понимаю, ты их видишь, я хочу. Да, они жопы, они ко мне. А, нет. Ну, один ко мне повернут, другой крутится. Твой крутится, короче, с твоей стороны, на который был. Я хочу просто лечь. Один лег, один лег. На меня смотрит. Вот сейчас ты можешь лететь. Давай. Да. Давай, давай, давай. Прям жопой к тебе, блядь. А который. Который с моей стороны? Да. Лети, лети, успей нормально, у тебя вообще все хорошо. Как только мне его бы его увидеть. Он жопой к тебе повернут. Так. Просто спринтани ему в жопу, он побежит, и ты накусаешь это. Ты чё делаешь? Ты не туда, левее, левее, уходи, ты чё? Ты чё? Я не вижу, я вообще трупы кусил. Ты трупы кусал? Я думаю, что ты делаешь, блядь. А я с калибровкой играю, и это я, у меня очень темно. А, зачем ты чё? Я думаю, что ты делаешь, зачем ты на трупы бежишь? А я лежит, что-то я типа. А ты лег. Опять можешь. Просто я черный, они меня плохо видят, они тебя видят только. Опять на меня смотрят. Вижу одного на спинке. Да, вот, а второй лежит под ним. Прям под ним. Под ним лежит, ну под башкой его. Так что в жопу кусай этого в хвост. Ухай. О, давай, давай. Не-не, он развернул. Так, я точно не лечу. Но мне бы стамину прикинь. Крутани его еще раз, крутани просто. Надо черного накусать еще. Зашел? Ну я покусал его. Так, у меня ноги стамина уже. Давай, регенься. Побежал, блядь, на меня, смотри ты. Так я вот тут лягу. Блин, если он побежал, конечно, сейчас бы в идеале мне бы зайти в того, кто лежит, но у меня стамины ноги. Я понял. Я не думаю, что там даже если Рэк сейчас немного полежит, он это гений прилетит. Один сдох. А, ну все. Все, один остался. Бежит за мной до Талова. Тебя стамины-то хватит? Да, 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 у меня хорошо все. А, все, ну, остался один. Он с блидом. Идет за мной. Все, короче, контролируешь. Я отрегиню до половины, хотя бы их отбегу. А че он нюхает, блядь, в дождь? Дурак, что ли? Так вроде ни у кого блида нет, и воду укусил бы, да? Да, мы поломались просто-напросто. Он на спринте ползает. Хожу за ним. В принципе, у меня половина есть уже чуть-чуть, секунд 5. Но у меня чуть меньше половины. Нормально, жить можно. В принципе, у меня половина. Я иду. Давай.
Он у воды? Он возле елочек. Слева только. А, вижу. А, вообще с другой стороны. Сейчас попробую обойти его. Гала-гала. Угу. Привет, ребят, извините, что мешаемся. Здорово. Это шлы, Арктика добивает. Здорово. Да, здорово. Я как бы сразу вкурил, что вы первые к нему, к ним подтянетесь. Нашу гигу сожрали, мы в пати были, но уже, естественно, ваш файт по всем правилам. Ну, одну, один потому раз. Забрали, получается, да, Сабик. Да, двух еще просто не вижу. Ты, Бублик, остался, да, живой? Да, спасибо, я и Ильдан. А, вы еще живы, отлично. Ну, один мы просто смотрим, не вмешиваемся. Потом вас никого трогать не будет. Не переживайте, если что. Пошел на гору, короче, понял, я понял, что он хочет. Угу. Он хочет там встать в эту жопу, короче. Да-да-да, если дойдет. Он сильно накусанный, добавляли ему? Да так, мы его больше разворачивали, мы черного пытались. Но его укусил этот, черный, по-моему, свой. Его. Да-да-да, он поломанный был. Угу. Но он уже жопу немного подпер. Боже, блядь. Ой, хорош за мной. Выжил? Хорош. Боже, что это такое было? Ебать, ой, но, минус нога, кажется. Нет, нет еще, нет еще. Ничего себе, он попрыгушка. Хорош, хорош. Входи. Нет, не сейчас, вот сейчас входи. Нормально. Сильно накусан. Да, главное наверх его не пускать. Я думаю, вы справитесь. О, потом ждем видосик. Я, кстати, сразу вкурил, что вы им занялись. Потому что первое было такое, ну просто Сварм говорит, как-то странно, блин, Сабики прям привели к двум одолжению. Ну, сфоткать единственно всякие, но вряд ли это так. Бублик только не занимается. Не-не-не, так, мы не знали, что мы вообще его не видели. Мы типа вообще думали, что гига... Ну, мы видели 2 гиги. Вот, мы думали, ага, вторая что-то не идет. Ну, давайте попробуем одну, покусаем, короче. И тут хуя Крэкс влетает в эту гигу. Ну, вам по секрету скажу, мы вас преследовали, как бы, я уже шел обходить, и вот эти два Рекса нарисовались, соответственно, я визуального контакта с ними не имел, у вас, как бы, закономерный файт уже новый, я, как бы, логически догадался, что вы уже можете начать их разбирать, добивать, я прям около одного Сабика в этот момент был, но не стал трогать. Все, минус. Отлично, красавцы. Так, а где первый валяется покушать? Ой, вот там, короче, в сторону порта идти метров 50-20. Угу, пойдем поживем. У меня тоже еды там голяк было. Мы же шли, получается, близнецов ничего не ели. Герерка с нами, герерка ручная, если что. Не паркайся. Это гейминг, а бегает по правилам просто рядом. Это мы уже проходили, знаем, как правильно с ней играть. На одного, я так смотрю, прям на месте тут и положили. Ну так ему и так. Да, 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 им плохо было просто. Ну да, Сварм умираем, обоим накидал, красава. Достойная смерть. Вы там случайно дальше куда не в сторону этого? О, они планировали вот здесь выходить, типа, мы думали, сейчас если тут ни хрена не будет, то выходим. Ну вот, то есть как раз нам куда, чтобы это не мешаться локтями, не брыкаться, куда нам пойти, может, мы вниз тогда или назад пойдем? Так мы выходим из игры в любом случае. Я сейчас вот, не знаю, поднимусь куда-нибудь, он туда наверх, наверное, и выйдет. Удачно для вас получилось, да? Ну да, так, у нас, потому что последний файт был, короче, на близнецах, на вот это обоссанный камень, этот, скала где. Мы там нашли трех аликов, получается, вдвоем. И дилку. Все. И все. И мы, короче, шли сюда. Получается, мы прошли всю. Ну, до ямы смерти, всю реку, вот от свалки. А потом мы пошли до Титана. Потом мы пошли на Мутное. Потом на типа, маленькое дуо и вот сюда пришли. Ничего не было, просто никого не было. 2 гиг встретили, они на гейзеры пошли.
Ну да, сейчас уже онлайн-то упал. Причем они так скакали, как будто от кого-то. Мы думали, ага, может от Рекса. Пойдем искать. Потом смотрим, 2 гиги еще идут. Да чё бы твою мать, блядь. Мы ж вот это за вами улезали, ходили-ходили, с вармом по пятам шел, а я обходить пошел на всякий вдруг, как бы, удачно получится выщемить. А тут хрена где два Рекса, ё-моё. Ну или да, он сразу же... там собрался скриншот делать, что типа у нас нет метагейминга никого в пати, там типа... Не-не-не, я сам это. А я подумал, что это 2 гига сначала, я подумал, Рекс влетел, и типа там 2 гига, и сейчас там вообще там за место по 2 гиги Рекс там лупится, а это 2 Рекса оказывается. Ну мы видишь, мы бы ближе бы держались друг к другу, если бы не конкретно вас не надо было окружать, скажем так, создавать толпу. А тут еще они двое навстречу меня, ё-моё. Потом как бы разобрались, who is who, где... в отдельном парте, да еще и с админом, соответственно.